Известный телеведущий и продолжатель знаменитой фамилии Михаил Ширвиндт гостит в Великом Новгороде. Он, как популярный блогер и автор программы «Съедобное, несъедобное», пробует на вкус новгородскую индустрию гостеприимства, приправляя свой рассказ авторским прочтением истории Древней Земли и легендарных былин. Анна Вихрова пообщалась с журналистом-гурманом. Вообще Садко был гусляр. Он бухал и играл на гуслях. Царь морской дал ему денег, чтобы он купил товары, уехал за три моря, там он утонул, вернулся, женился на Чернавке, оклемался здесь. Такая вольная авторская трактовка новгородских былин, что называется без купюр, хорошо заходит для публики Ютуба. Неплохо разбирается в современных трендах Михаил Ширвиндт, бывший телеведущий и журналист, а ныне блогер и создатель канала «Съедобное, несъедобное». Сейчас на него подписано почти 200 тысяч человек. Младший Ширвиндт приехал в Великий Новгород, чтобы посвятить нашему городу часть дорожного выпуска в своем блоге. Вот он. Господин Великий Новгород, колыбель российской государственности, древнейший город России. Да можно о нем сколько угодно говорить. Такие речи ласкают слух каждого новгородца. Но не история единой славится город. Есть в нем и гастрономические изыски. Где и что поесть – это один из центровых смыслов YouTube-канала Ширвиндта. Накануне попробовал кухню наших соседей – дагестанскую баранину и белорусскую говядину. Насколько Михаилу понравилось, узнаем из ближайшего выпуска. Привыкли уже, когда там приезжаем в ресторан, это сразу работа, и начинаешь продумывать сюжет, как, кухня, это. И не успеваешь расслабиться. Я к чему это говорю? Что вчера, когда мы уже просто вальяжно сидели, попивали еды, мы поняли, что это первый ресторан, в котором мы оказались за 4 месяца. Такая вот у блогеров работа – поесть так, чтобы было интересно зрителю. Все самое красивое и вкусное войдет в ролик, который выйдет через несколько недель. Ну а новгородцы ждут в гости и других блогеров. Анна Вихрова, Андрей Шестаков, новости Новгородское областное телевидение.